В Экибастузе участковому инспектору оказали сопротивление, который прибыл по адресу по звонку соседей. Агрессорами оказались двое братьев, приехавшие поздравить родственника с прошедшим днем рождения. После распития спиртных напитков в квартире они продолжили застолье на лестничной площадке. При этом шумели и мешали другим жильцам. Терпеть поведение гостей соседи не стали и позвонили на 102. По прибытию на указанный адрес на законные требования участкового инспектора прекратить распитие и пройти в пункт полиции правонарушители не подчинились и стали выражаться нецензурной бранью, вели себя агрессивно, оказали сопротивление, при этом нанесли телесные повреждения сотруднику полиции. В отношении мужчин были применены специальные средства и приемы борьбы. После они были доставлены в Центр временной адаптации и детоксикации для медицинского освидетельствования. По факту применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания города Экибастуза, сообщили в управлении полиции города.